Ежегодно десятилетия, столетия православные отмечают светлое Христово воскресенье. И ничего не меняется. Служба проходит все по тем же церковным канонам, но всегда с особой торжественностью и благолепием. Пасхальная служба в Лангепасе началась за час до полуночи. Закончив все предпраздничные хлопоты, православные пришли в храм. В основном это люди воцерковленные. Кому было необходимо просто осветить пасхальную снеть, сделали это днем в субботу. За несколько минут до полуночи плащаницу, это так называемый плат большого размера, с вышитым или живописным изображением лежащего во гробе Иисуса Христа, заносят в алтарь. Ровно в полночь начался крестный ход. Это не просто километры. С Божьей помощью верующие ощущали подобное как счастье. Традиционно процессия остановилась перед закрытыми дверями храма, символизирующими вход в пещеру, где был похоронен Иисус Христос. Священники и прихожане три раза пропели радостный пасхальный тропарь, то, ради чего и праздновался этот светлый праздник. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерть из мертвых обросущего, горячим оторвал истинный угна. Мои любви чистые, с моей матери святых славных, и всех полетовостных всех святых, полет и спасет нас, и кабала, и человека любви. Христос воскресе! После окончания пасхальной литургии народ не расходился, так как совершается освящение пасхальной снеди, яиц, куличей, пасок. Хозяюшки постарались, после продолжительного Великого Поста приготовили разные явства. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Пекли пасхи, красили яйца, всякие вкусности готовили. Очень ждали праздник светлой Пасхи. В этом году не получилось у меня испечь куличи по каким-то техническим причинам. Ну, конечно же, красили яйца, молились, готовились, очищались душой. Красили яйца, пасхи пекли. Кто все это делал? С семьей все вместе? Мы все вместе делали, с детьми, все как положено. Утром следующего дня в церкви побывал глава администрации города Борис Сурцев и его заместители. Борис Федорович поздравил настоятеля Лангепасского православного храма с великим праздником. Передал подарки для детей из воскресной школы. В полдень традиционно в храме прошел детский молебен. Пришли в основном воспитанники церковной школы, да и просто родители с детьми. Алина Нощенко, Станислав Крумко. Специально для новостей.